Итак, очередной раз, смотри, вот как ты, как центральный нападающий, объяснишь, что уже не в первый раз такая куча мала возникает на точке вбрасывания? Очень важно, да, и две команды сошлись, и просто так до финала другие команды не ходят, у которых центральный нападающий больше под 60% игроков вбрасывания, потому что другие здесь бы приседали, и тренер бы просто на точку не упускал, или просто команда проигрывала, потому что вбрасывание — это всегда важный компонент. Если ты будешь проигрывать вбрасывание, ты не будешь владеть преимуществом в зоне атаки, это бросок лишний поворотом, и то есть ты, как в шахматах, ты играешь белыми, если ты выигрываешь вбрасывание. Это очень важно.